Работа сотрудников правоохранительных органов многогранна и непроста. Справляться с задачами криминогенного характера под силу не каждому, а только сильным, выносливым и, конечно, верным своему делу людям. Именно такими и являются правоохранители, собравшиеся в зале. Их роль в поддержании стабильной обстановки в каждом из регионов Брещины велика. Благодаря профессионализму в работе милиционерам удалось достичь высокого процента раскрываемости преступлений в 2015-м, что позволило Брещине оказаться на втором месте в республике. Весьма высокий показатель, однако это далеко не единственное достижение работы работников структуры. Очевидны плюсы и в других направлениях деятельности, таких как, например, наркоконтроль, борьба с экономическими преступлениями, уголовный розыск. За заслуги в работе, о которых свидетельствуют цифровые показатели, сотрудники подразделений, а также руководители служб были удостоены высокой оценки. Количественный состав УВД Брестского облсполкома, он самый малочисленный в нашей республике. Но вместе с тем результативность работы вот этого коллектива, она достаточно высока и достаточно высоко была оценена руководством Министерства внутренних дел и руководством Брестского областного исполнительного комитета. Не за медали и ордена они отдают силы профессиональному делу. Во благоспокойствие граждан, поддержание стабильной обстановки в городе несут службу милиционеры Брещины. Чувство выполненного долга – награда за труд для каждого из них. Таких, как участковый инспектор милиции Кобринского РОВД Андрей Шугай, можно смело ставить в пример. Мужчина целенаправленно пришел в профессию. Общение и помощь людям, разрешение разных по сложности задач, раскрытие преступлений разной сложности. Вот то, с чем связаны будни милиционера. За годы работы правоохранителю доводилось сталкиваться с довольно непростыми ситуациями, однако запал в профессиональной деятельности со временем нисколько не угас. Силы придают благодарность людей за раскрытие инспектором дел, за добросердечность, за отзывчивость. Отрадно то, что когда действительно меня вызывают, и после того, как я ухожу, у нас получился диалог с этим человеком, мы друг друга поняли, и этот человек идет на исправление, и мне приятно от этого становится. Я понимаю, что я нужен, и что моя работа что-то значит. Высокая оценка за труд и высокие результаты для каждого из представителей правоохранительных органов – стимул к дальнейшему совершенствованию и достижению новых, еще более высоких показателей в деятельности. Признанные лучшими по профессии по итогам 2015 года милиционеры – отличный пример для молодых сотрудников и будущих защитников правопорядка. Не то, что я скромен, я реально не считаю себя там лучшим по Брестской области. Я считаю, так должны работать все сотрудники милиции и лучшие. Ну, мне приятно. На примере вот этих сотрудников, которые признаны лучшими, которые наиболее весомый вклад вносят вот в эту работу по обеспечению, по охране общественного порядка, чтобы на их примерах учились и молодые сотрудники. София Бережная, Дмитрий Хруч, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.